Здравствуйте, друзья, привет всем. Сегодня будем готовить пшено с чесноком. Для этого нам понадобится 100 грамм примерно пшена и в 5 раз больше воды. Ну, можно в 6-7 раз больше, это не так уж важно, все равно мы потом лишнюю воду сольем. Заливаем пшено водой и ставим на огонь. Как пшено закипит, ставим таймер на 15 минут. То есть варится пшено должно около 15 минут после закипания. Также можно добавить щепотку соли, ведь соль как-никак усилитель вкуса. После того, как сварилось наше пшено, откидываем его на сито и промываем под холодной водой, чтобы наша каша не слиплась и была рассыпчатой. Теперь уже в готовую кашу добавляем 2 зубчика чеснока. Выдавливаем чеснок удавилкой. Пшено само по себе имеет запах, но добавив в него чеснок, мы усиливаем запахи. Наша каша готова, перемешиваем. Вот такая вот прикормка получилась. Она хороша для карася, карпа, плотвы и другой мирной рыбы. Ну а теперь едем на водоем проверять. Итак, вот я опять на водоеме, на том же, где последний раз снимал соевый соус. Кто не смотрел видео, смотрите. Сбиваем кормушку. Погружаемся на глубину 1,5 метра. Солнечный день. Температура воздуха 18 градусов. Температура воды 14. Закидываем кормушку и сверху досыпаем оставшимся пшеном. Через 35 минут подплыла первая стайка небольших карасиков, которые с удовольствием начинают пробовать нашу самодельную прикормку. Спустя еще 20 минут карасей заметно прибавилось. Запах чеснока довольно быстро собирает карасей. Ну а теперь посмотрим на ускорение, что происходило дальше. Карася действительно собралось много, но пока что он весь мелкий. Будем ждать крупного. Посмотрите, ротан атакует карася, но, по-моему, он промахнулся. Собирается опять стая карасей и опять атака ротана. Вы только посмотрите, как ротан гоняет карасей.
И вот на втором часу съемки подплыли первые крупные караси на запах чеснока и пшена. Вот это уже серьезный карась, которого приятно и половить на удочку. Крупный карась подплывает и собирает оставшийся корм на дне. Как видите, когда кормится крупный карась, мелкий плавает рядом, но не подплывает близко к корму. Да, кстати, вы знаете, как узнать возраст карася? Да, очень просто. Чем дальше находятся глаза карася от его же хвоста, тем он старше. А вот этот карась явно съел лишнего пшена. Вот хорошенький карась крупным планом кормится прямо возле камеры. Ну что ж, друзья, как видите, за 2 часа подводных съемок от нашей прикормки совсем ничего не осталось. Ни в кормушке, ни возле кормушки. Абсолютно пустое дно. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!